Всем привет, ребят. Ну что, очередной у нас обзорчик будет такой сегодня. Вот Frankie Creation 01. Потестим его со священным огнем. Плюс рунами я поставил еще дополнительно каменку. Посмотреть, будет ли он действительно мега-мега танком. Поехали, будем делать ему эволюцию сразу и подкачивать. Так. Не докачала ему еще просветик. Надеюсь, к битве к атаке фортов точнее успеем. Так, есть. Так, у меня тут есть доспехи. В принципе, я поставлю на Фрэнки вот так вот сразу. Чтобы была уже максималка. По чарам можно, в принципе, на атаку его собирать. Но я, честно говоря, не сторонник на Фрэнки атаки. Вот дефный вариант самый оптимальный. Он хоть будет у вас выживать. Попробуем сейчас ему собрать либо крит сопротивления с уклонением. Сейчас посмотрим, как падает. На атаку я его собирать не буду однозначно. Потому что он будет убиваться об любую отражалку. Можно, в принципе, и на жизнь собрать. Давайте попробуем ради интереса. Плюс уклонение, если будет. Что-то сегодня с уклонениями нам не прет. Сопротивление, чтобы не пробивали. В общем, делаем из него мега-танка. Крит, в принципе, мы получим с 12 в дальнейшем. Ну, к тому времени, может, перекачаем. Так, отлично. Смотрите, как отлично нападало. Так, ну все, остался один. И у нас будет собран мегатанк. Ну дайте пятерку. Запарили. Жесть. Наверное, будет самый дорогой у нас. Крит. Ну, пусть. Ладно. Так, вот такой вот у нас получился герой. Качаем дальше и идем тестировать. Герой автопрокер выкидывает молнии. Две цели у него рандомных. То есть он и юнитов может бить, здание он своим скиллом не бьет, налаживает кому на 0.3 секунды, кулдаун 4 секунды. Также дополнительно повышает атаку и уменьшает входящий урон. Имеет иммунитет к разбросу. Вот так вот. Давайте сейчас потестим. Подкачаем его немножко. Можно ставить ему воодушевление, многие используют его на битве гильдий, в дефе. Так, 180, отлично. Поехали, покажу вам его в рейде, если получится. Вот, отлично, хороший противник. Нормально так смотритель бьет. Ну вот смотрите, Фрея сколько по мне дамажит. Сейчас мы начнем шатать, я надеюсь. Ну, видите, Фрея фигню вообще бьет. Жесть, Фрея вторая эволюция, ребят, посмотрите на вот это.
Он сейчас просто Фрея унизит. Первая эволюция против вторых. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давай, 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 давай. Вот так вот, ребят. Это был Фрэнки первой эволюции. Ему просто пофиг весь урон входящий. Вот почему дефный вариант самый оптимальный. Входящего урона фигня. Ну давай, Ронин, посмотрим. Ронин, вторая эволюция, посмотрите на это все. Вот такой вот герой первой эволюции. 10-10 с доспехом. Почему именно доспех? Потому что он ближнего боя, если забегает, он будет дополнительно плюс жизнь иметь и плюс наносить нормальный такой урон. Вот так вот. Окей, поехали Минотаврика поставим быстренько и... будем подкачивать его дальше. На вторую аву и потом уже тестировать в разных локациях. Что такое? Ну как вам? Как вам первый тест на рейде? Неплохо так получилось, да? Есть смысл качать. Так, отлично. Еще заходик один и переведем его уже на вторую эволюцию. Есть вариант ставить ему воодушевление, ремку рунами. Ну, то есть вариантов как бы очень много по востребованности. Ну, вроде герой кайфовый, но не сильно востребованный. На начальных вы его в подземках однозначно не будете использовать. Потому что он вам там особо много не поможет. Так. На волнах. Ну, потестим потом. Докачаю уже более-менее всех героев на максималку, и тогда уже будем делать тесты. Такс. Есть, отлично. Делаем вторую эволюцию. Сейчас заодно ему и просветики докачаю. А, не могу сейчас. Ну, в принципе. Пока сейчас будем набивать золото. Заодно и просвет докачаем до соточки. Бедный Минотавр всегда отхватывает от всех. Так. Не хватает кристаллов. Вот это беда.
Так, ну что, попробуем тут выпустить. Ай, я его не взял, я ж качаю Минотавра. Ладно. Хорошая расстановка была для теста. Но уже ладно. Добиваем сейчас и уже. Идем тестить на максималке. Такс, есть, отлично. Итак, что мы имеем? Жизни, как видите, по 300 тысяч, плюс еще 215 бонусами, в принципе, неплохо. Атаки 16к, тоже неплохо, максимальный деф, доспех. Поехали. Поехали смотреть на это имбище. Так, есть стрелок. Вот я вам покажу сейчас явный пример того, как юниты мешают ему. Ну, смотрим на его. Просто пофиг, все. Атаки у него, честно говоря, и так хватает, но посмотрите, его просто не пробивают. Плюс у нас еще смотритель будет, плюс ангел восстанавливает. Единственное, что я сейчас тут еще выпущу Анубиса. Посмотрите, как Анубиса сейчас ушатают быстро. Так, отлично. Один раз. Ну, не умри. Отлично. Юнитов надо, чтобы просто он обеслил. Вот, все, огонь. А теперь смотрим. Не дают ему активироваться. Под станом стоит. Вот он начал бить черепа и бигфута. Теперь Анубиса бьет. Ну, интересно, чтобы он сейчас убил Анубиса и дошел до черепа посмотреть на урон. Но я смотрю, тут Анубис процентуально сейчас быстрее его убьет. Да, скорее всего. Все, короче, ну без имба, ребят. Так, ладно, давайте еще поищем интересную расту. Надо искать расту без юнитов, чтобы он сразу же включался. Отличный стрелок. Все как под заказ. Анубис. Хранитель. Поехали. И Фрейя есть. Ну, Фрейя, посмотрите, сколько Фрейя бьет. Вот действительно, что у него дефа, блин, до хренища. Хорошо. Но нужно для этого, чтобы он, у него деф срабатывал, чтобы он все время включался. Так. Просто по входящему урону, как видите. Так, я случайно стрелка выпустил еще.
Урон, конечно, он держит. И будет держать офигенно. Остальных мы их сейчас быстро размотают. Так. Ладно, еще один рейдик поищу. В роли танка, ну не знаю, смысла никакого не вижу. Чисто так, пофаниться. Так. Вот, отлично. Просто отлично, стрелка нету. Зато есть куча других имбо-героев. Заряжается, заряжается он быстро. Вот сейчас видели, да, как ушатал. Ну и плюс доспех дает возможность вот так вот трешивать еще. Так, ну опять же подбежала Фрей. До свидания. Вот вам вся имбовость героя. Поехали на аренку. Давайте на экспедицию изначально. А потом на арену. Я сразу его тут в лоб выпущу. Так, Бигфут 11 скилл. Но вот сейчас, когда нету имба-героев, скажем так, как Фрея, можно нормально посмотреть. Вот посмотрите, он доспехом снимает, и плюс сейчас будет их еще и станет всех. Ну, урон 2, 3, 5 тысяч, 73, 52, 76. Это немножко смешно, конечно, от Бигфута 11 уровня. Это при том, что у нас нету активированного полностью щита. Жесть, конечно. Но он тоже не может убить. Но его не могут слить. У нас тут смотритель сейчас по чуть-чуть героев быстрее разберет. Там еще ворожай. А, ворожай дает подхил. С воодушевлением, да. Ну, я попробую Купидона кину в помощь. Вот, отлично. Теперь заморозки нет. Правда, есть у нас Анубис. Но ворожая все слили. Вот так вот. Анубис, видите, сливает. Анубис забирает процентуальную жизнь. Тут ничего не сделаешь. Поехали на арену. Фрея есть, тыковка есть. Заблокировали. Ускорились даже. Смотрите, как тыковка дала разгон. И все равно, офигеть. Сколько же он урона держит? Ну-ка еще разок. Ну тыква, видите, тыква дает разгон. Но сейчас, если тыковку он будет станить, опять нет. Попробуем найти кого-то без тыквы. Ну,
Но тут, конечно, у них пошатает сейчас всех. Вот посмотрите, как он в кому вводит. Череп практически ничего сделать там не может. Вот когда у него полный набор идет, то есть ему никто не мешает, там не фризит, не станет. Вообще офигенно себя показывает. Так, ну что, будет кто-то интересный? Вот, пошла жара. Ну, по урону входящему, видите, что его просто не пробивают. Вообще никак. 17, 13, 14. Даже пусть там будут герои первой эволюции, это все равно. Должен хоть какой-то урон пару тысяч идти. Может, тут есть вторая ава. О, отлично. Черепа, драйки. Посмотрите на входящий урон. 2500. Это вторая эволюция, стрелок. Вот сейчас посмотрим, кстати, против стрелка и черепа. Просто на изи ушатал. Посмотрите черепа. Да смешно просто. Череп там с утикахой, походу. Приспешник еще его есть. Ну, конечно, тут круто смотрится. Вообще просто вопросов нет. Да, деф, конечно, дефный вариант. На нем смотрится круто. Но он не убивает. Но урон, как видите, держит очень круто. Так, ну идем еще в забытое, тестанем его. Четыреста. Смешно просто. Просто смешно. Только вот Дрейк со станом миллион. Ну, так вот разобрал. Интересно, что ему на 12-м добавлят еще одну цель. Давай, Махатма, тащи. Не зря я тебя качал. Ай-яй-яй-яй, там стрелок у нас. Жалко. Не успеет просто. Но, как видите, стрелок не может просто с Анубисом ушатать Махатму с утеканием.
Так, ну давайте еще попробуем. Против пачки с Анубисом интересно посмотреть. А, это первая эволюция, но есть тыковка. Сейчас тыковка даст разгон, если успеет, а она успела. Ну, тут вариантов у нас особо нет. Хотя, смотрите, держится по чуть-чуть. Ну и ворожей отхиливает, тут однозначно нет. Анубис режет атаку. Вот такой вот герой. Пишите комменты, что вы думаете. Ну, в принципе, сборочка офигенная у нас получилась. Всем удачи, всем пока.